Большинство одесситов категорически против сноса памятника Екатерине. Таковы результаты опроса социологического центра «Пульс». Так, по данным исследований, 81% респондентов выступают за сохранение памятника императрице. В нашем исследовании вопрос был сформулирован таким образом. Отношение населения Одессы к иску Ассоциации казацких обществ «СИЧ» в Одесский апелляционный суд, требующий снести памятник Екатерине II и ее сподвижникам, основателям Одессы на Екатерининской площади. Доля тех, кто выступал в поддержку искового заявления Ассоциации «СИЧ», или скорее поддерживала это исковое заявление, составило 4%. И 4% затруднились ответить на данный вопрос. Напомню, казацкие организации высказались против памятника императрицы. Он, по их мнению, пропагандирует русский мир. Так, Приморский райсуд признал незаконным и отменил решение Горсовета об установке памятника. Завтра, 27 декабря, в апелляционном административном суде рассмотрит решение первой инстанции.